2006 год, ну, узнал об этом, как обычно, приходит вызов в клуб. Тогда я играл за, ну, иногда играл за дубль, то есть не был таким твердым игроком в «Спартаке». И это был такой, скажем, аванс, что ли. Вот. Мы играли с Македонией на выезде, выиграли. Я, по-моему, не был в заявке. Не, ну я такого не было, что шутка или нет. Ну, было сразу понятно, что вызов просто там. Травму получил игрок, то есть. Вот, изначально уже были. Уже была запланирована поездка в отпуск, поэтому в этом плане только был. То есть, ну, пришлось план поменять, а так. Ну, обычно, когда из сборной не, ну, звонят, там как бы, ну, без шуток. То есть. Ну, понятно, что матч с Голландией, наверное, особняком стоит, но борьба в группе была серьезная у нас и. Очень сильная у нас группа была, соперники очень сильные, и яркие матчи были и в группе тоже. В общем, ну, в целом турнир такой получился для нас, в целом яркий, как бы, и запоминающийся. Не помню такого, чтобы он всем это говорил, но ему нравилось, когда такой агрессивный современный футбол, то есть с полной самоотдачей. Он это всегда отмечал, но вопрос в том, что он типа меня в пример поставил или что? В команде? Не помню такого. Не помню. Самый сильный футбол показывали они. Против них на том турнире очень тяжело было играть, поэтому. Только если какая-то случайность, как вот. Там вот итальянцы там дотерпели до серии пенальти там. Вот. Но у нас не получилось, мы пропустили. Хотя первый тайм продержались. Но в плане футбола им равных не было, поэтому вот только случайность какая-то там. Где-то, может быть, у них там мяч бы в ворота не шел бы, если бы можно было что-то как-то выжить. Но не в тот день. Все бежали, и в то время как бы бежалось. В той игре тоже бежалось, чувствовали себя отлично, и игру вели, в общем, как бы доминировали, дополнительное время особенно. И тогда все бежали, в общем, как бы. Вот, и потом куча мала, ну, в общем, как бы все видели, там, такого, эмоции, понятно. Но он был другого формата вообще, тренер, и с точки зрения психологии, с точки зрения быта. И когда он пришел, это было такое, как новинка для нас, да, то, что такое доверительное отношение. Вот. На поле, там, на тренировке, в играх, там, серьезные требования, мотивация. И, ну, то есть чувствовали ответственность. Ну, ты ее, в принципе, всегда чувствуешь, но немножко разнилось его подход с подходом там российских специалистов вот в то время. Вот. Поверил в ребят, зажег ребят, то есть он как человек, он хороший, очень позитивный, веселый, умеет разрядить, ну, то есть на тот момент именно то, что нужно было сборной. Не могу так сказать, кто сильнее. Разный футбол, исполнители разные. Вот. Здесь все такое, более такая командная, именно такая дисциплина. Больше, это, так сказать, больше такая тренерская команда. А
тогда, ну, мне кажется, отдельные игроки тоже, ну, как бы побольше решали, то есть, ну, в общем, и та сборная достойная, и вот раз в 10 лет вот так у нас случается, что мы выстреливаем на каком-то большом турнире. Самая запоминающаяся игра, с испанцами я не смотрел, самая запоминающаяся игра, это мне понравилась, ну, она мне вообще больше всего понравилась, это с хорватами. То есть такой матч, там, в общем, мы могли спокойно заходить в полуфинал, и, ну, просто так сложилось. Вот так очень достойная игра была, ну, со стороны нашей сборной. Ну, вот очень понравилось, болели все, в общем, как болельщики именно, уже не как там игроки или там разбирающиеся в футболе, а именно вот так чисто вот так по-болельщески, душой, так можно сказать. Оказались не готовы, хотя состав был, ну, на мой взгляд, очень достойный, и покидает ощущение, что могли выступить лучше, но оказались не готовы к такому давлению, все-таки это большой турнир. Все команды играют от ножа, то есть выходят, полностью выкладываются, и плюс звезды есть, люди, которые там, ну, делают разницу, и, в общем, никто, ну, в общем, я считаю, что это такая общая была неготовность, то есть это и тренерская, и игроков, и где-то, может быть, какие-то взаимоотношения. Может быть, какие-то вот, ну, коммуникации не до конца. Ну, в общем, очень было мало времени, на самом деле, как бы это факт, на подготовку. То есть где-то, может, времени не хватило, чтобы как-то более развернуто иметь представление там о том, как можно там варьировать состав, кого как использовать, кого там вытащить, какие-то там положительные качества, да, на футбольном поле. Возможно, из-за этого. Мы просто были в целом, в общем, не готовы. Ну, был какой-то бум определенный там первое время. Показалось, вроде и народ на футбол пошел, стало больше зрителей. Вот, ну, не скажу, что там это прям все так перевернулось с ног на голову. Ну, вообще, вот в командных видах спорта в нашей стране частенько случаются такие вот, ну, точечные какие-то победы. Ну, как победы. События такие, да, там, ну, условно говоря, там мы не победили, но медали там завоевали. И там хоккеисты тогда тоже в 2008-м тоже выиграли. То есть это как бум, знаешь, и какое-то время он живет, да, там люди вроде как еще на эмоциях, на каких-то там воспоминаниях там приятно, а потом все равно же это как бы утихает. То есть сейчас в целом больше, я думаю, народу ходит на футбол. Нельзя сказать, что там прям... У некоторых клубов вообще там практически всегда полное, но это единица. Вот. Но после чемпионата мира, мне кажется, тоже, в общем, такой всплеск был серьезный, да, в нашей стране, поэтому такие события, они вот... заставляет народ как-то, ну, как сказать, как-то переживать такую вот приятную вот какое-то событие, именно там забыть там про вот эти будничные проблемы, да, и радоваться за победу. Ну, даже не три, наверное, больше. Вообще, как бы, каждый тренер в любом случае, так или иначе, как-то на тебя влияет. То есть, ну, я, наверное, отметил бы Владимира Георгиевича Федотова. Хидинга. Бердыева. Федотов, он просто нас, молодых, можно сказать, вел, вводил в команду. То есть он был как такой наш наставник не только всей команды, но и как бы к молодежи у него было особое отношение. Поэтому он придавал и уверенность, и
вселял надежду, то есть, ну, и уверенности придавал. Ну, Бердыев, понятно, там специалист, который там до мозга костей, да, то есть там скрупулезный, очень много у него научился в плане нюансов и в плане мелочей в футболе. И то, что вокруг футбола. Ну, Гус, он как бы принес уже что-то другое, уже более такое европейское, да, то есть... Кто еще? Ну, Кононову я пришел в Краснодар, и там мы вообще левым защитником стал играть. Даже в какой-то момент пришел, когда мне стало нравиться. То есть, ну, поменял амплуа практически уже, да, ну, на постоянной основе. Ну, можно так вот что-то выделять там в каждом тренере, потому что такого не было, что просто вообще ничего. Спартак. Ну, Локомотив тогда не был такой прям сильной командой. Ну, Краснодар, наверное, сильная команда, интересная очень. С интересной философией, с интересной игрой. Вот, Ростов-Бердыева мне тоже, ну, совершенно другая, именно вот, ну, сам футбол другой, вот, но тоже интересный, потому что более сбалансированное такое все, больше от обороны, но опять же, тоже интересно. Рубин, вот Рубин хорошая команда у нас была, но там так случилось, что через полгода Бикевича сняли, и там уже нас начали всех растаскивать, то есть все стали уходить. Ну, вот, думаю, что если бы он остался на тот момент, может быть, у нас бы вообще бы неплохо бы все получилось бы. У нас оставались шансы, причем приличные, там, добраться там до зоны, ну, до тройки. В общем, все было реально. Но ну, так вот. Я вообще, в принципе, во всех хороших командах играл. Ростов, вот я ушел, Ростов потом сразу в Лигу чемпионов попал и играл достойно в Лиге чемпионов. То есть, ну... Нет, наступила ясность. У меня будет время на эту тему подумать. Я никуда не тороплюсь. И ну, буду принимать решение после окончания сезона. Вот. Поэтому не заморачивайся на эту тему. И задумываться, да, задумывался, но у меня решения пока нет. Такого прям, чтобы вот на 100% чем нет, ну, наверное, первое время, наверное, буду связан с футболом. Вот, а дальше уже посмотрю. Параллельно, может быть, что-то еще будет.